очень старая история, 10-й квартал Колпино. Первое совещание, по которому было проведено еще 13 декабря 2003 года губернатором Матвиенко. Квартал был признан аварийным, он расселялся по постановлению правительства 2004 года, я был тогда еще главой района, и практически этот квартал был расселен. После этого было сделано проект планировки данного квартала, где планировалось построить около 65 тысяч квадратных метров жилья, оставить два садика, построить школу или спортивную школу, сделать подземные парковки и, в общем, создать такую нормальную инфраструктуру с улучшением жизни колпинцев. Потом начались суды, люди, ну, началась затяжка времени, люди некоторые подавали в суды, ну, это естественный вопрос при расселении квартала, но на сегодняшний день квартал расселил. Вопрос, почему он попал в программу реновации, для меня остается до сих пор тайной, но я не возражал тогда, потому что думал, что это ускорит просто процесс. На самом деле, когда я летом прошлого года увидел то, что предлагает сделать ООО «Реновация» на этих 9 гектарах, построить 94 тысячи квадратных метров, снести садики, детский сад и не оставить ни вообще, там они пишут, совершенно малое количество парковочных мест, которых меньше, чем на четверть не хватает. Мы начали, это третий уже депутатский запрос, который, в отличие от первых, которые были мной подписаны, он подписан всей фракцией ЛДПР. И мы будем уже готовить поправку. Мы надеемся на понимание исполнительной власти в этом вопросе.